Приветствую вас, дорогие друзья, у меня на канале, и как видите, мой дорогой папа опять у меня в гостях, и мы вас приветствуем из солнечной Армении, несмотря на то, что сегодня погода пасмурная, но страна... В душе. Ясно. Опять он начинает. А что я такого сказал? Что мы вам хотим сказать, мои хорошие? Значит, вы знаете, что мой папа очень стеснительный. Долго я его уговаривала, чтобы мы с ним сняли тогда еще шашлыки. Кто не смотрел, ссылку оставлю под этим видео. Смотрите, очень, как вы говорите, доброе кино. Смотрели на одном дыхании. Не очень приятно, нам очень приятно. И мой папа, настолько стеснительный человек, там увидел ваши комментарии и вдохновился на еще одно видео. Настолько вы его вдохновили. Спасибо всем большое за это. За то, что у меня еще одна память будет у меня на канале. Да, пап? Я согласился. Думаю, что после этого вы скажешь, еще одну память надо. А потом так памяти тебе надо постоянно, да? Да, потом ты, как я, привыкнешь и будешь часто ко мне приходить. Да, постоянно буду жарить палец, да? Так что, дорогие друзья, сегодня мы вам... покажем еще одно доброе кино. Надеюсь, вам будет приятно смотреть, и вы будете опять писать ваши замечательные комментарии. Да, пап? Да. Вот после этого поехал в солнечный Нижний Новгород. Фрукты покупаю у соседки. Так. У Резинкиной. Подходит женщина, говорит: привет, а я вас знаю. Я так смотрю, вроде я ее не знаю. Но неудобно отвечать, откуда она меня знает. Это мы смотрели, как вы шашлыки жарили. Так. Сейчас опять будем готовить, опять пойду, опять что-нибудь спросит. И чего я буду делать? Скажешь, что тебе некогда, ты дальше идешь жарить шашлыки. Ага. Тогда пошли жарить. Так, что-нибудь. А что сегодня будем готовить? Сегодня я зашел в соседний магазин. Уже в Армении, мясной, да? В Армении. Мы же в Армении находимся, да. Вообще-то. Смотрю, привезли свежее мясо и рядом печень, сердце. Думаю, вот, и ты вспомнил обо мне? Вспомнил, думаю, Аза любит сердце. Шашлыки из... Так и знала. Значит, печени. У нас сегодня шашлык из печени, и ты взял еще сердце, да? Сердце, овощи приготовим. Ну, постепенно приготовим. Да, на ходу. Там, смотри, будет вкусно и весенние зелени всякие, да? Да, у меня здесь подготовлена, значит, спаржа, а это купина, мои хорошие. Если знакомы с этим растением, имеет немножко горьковатый вкус, но очень вкусный и полезный. Соленые в банках продают. Да, продают. Купина называется. Ну, а чтобы мне не оставаться без дела, я вам буду печь хлеб. Так что так. Там у меня уже тесто подошло, там печка все уже горит, ждет нас. И мы начинаем. Что будем начнем делать, пап? Будем мариновать, наверное, сердце печень. Чтобы мне не было скучно. С я кем с нами у нас за кадром? Чуть-чуть налью. Жена, а также дочь, которая сегодня нас снимает. Дочке тоже наливать? Да. Еще 4 стакана. Выпьем щепок, может? Будет еще веселее. Хватит, наверное. А четвертую? Четвертую это что? Кто жена? Специально, смотри, ты специально так делаешь. Жена потом чего? Выпьет и скажет. Что на... ты там наговорил? Наезди устроить на меня. Шутим. Так, это передам за кадром. Ну, символически. А жена пускай останется за кадром. Так безопаснее, да? А я ей сказала: мам, а ведь интересно людям, кто же мать Азочки, собственно. Думаю, сделала ей предложение, кстати, от вас. Сказала: придумай новый рецепт и будем вместе с ним. Хочешь сказать, правильно? Кто воспитал дочерей и мужа, правильно? Да? Тебя невозможно перевоспитать. Да? Да, давайте будем здоровы, начнем работать. За здоровье всех и каждого. За кадром тоже.
армянский коньяк. Ап, извини. Очень даже неплохо. Ну ладно. А я ведь принесла закусочку и не открыла. Сейчас открою. Это оставь, закуска это для водки, а это коньяк. Ну, а я не могу без закуски. И потом нужно сделать рекламу моей закрутки. И занимайся своим делом, пап, а я своим. Мои дорогие, замечательные друзья знают, что я на канале делаю закрутки, и у меня есть. Это мы с вами вместе делали. Рецепт на канале, мои хорошие. Вот в одной банке у меня и огурцы, и помидоры, и цветная капуста, и чеснок. И это так вкусно. По-русски называется разносол. Нет, это, да, разносол, только здесь маринованные все овощи. То есть разномаринад. Разномаринад. Придумали. И это. У нас тут сердце. Бичье сердце. Вроде молодой. Угу. Все, помыли, стекла, вода. Сполоснули. Сейчас излишки надо удалять, разрезать, наименовать. Ага. Пап, как раз покажи, что лишнее надо удалять, потому что я каждый раз думаю, вот это надо удалять или не надо. Вот эти надо удалять. Вот эти вот хрящики надо удалять. Хрящики надо удалять, потому что жарить проблема будет. Ага. А для чего тебе нужно сало? Сало? Чтобы между кусками сало разрезать, вот кровь надо все очистить, снять. Излишки потом угасим ложкой. Угу. Вот такими аккуратными кусками сначала режем. Вот эти части убираем. Сало немножко, которое лишнее. Не сало, или жир, как называется? Жир. Жир тоже убираем. Или могу больше работать? Нет. Должен говорить? Должен говорить. То есть все, что лишнее, убираем, после чего делаем маринад, да? Да. Окошек снимаем, что надо. И для нас потом. Ну я смотрю, вот эти нитки сейчас тоже. Скажу, тазочка, вы бы под доску что-нибудь, чтобы не гуляло. Как хорошо не работать. Да? Я должен работать, а дочь должен смотреть, да? Да. Мы же доброе кино снимаем. А в добрых фильмах как обычно? В добрых фильмах папа работает, дети смотрят. Для маринада нам нужно превратить в сок 3 киви спелых. Угу. Но это только для сердца. Печень. Это для сердца. Не нуждается. Сердцем разобрались. Надо сейчас с печени шкуру снять. Снимаем пленку примерно вот так. Отдеваем палец. И поехали. Примерно. Так удобно. Да, так лучше, чем облить горячей водой. Вроде печень хороший. Свежий. Вообще-то должно быть немножко
светлый, не темный, а розоватый. А сердце, когда покупаем, жир должен быть тоже белого цвета. Значит, молодой. Если желтоватый, значит, немножко старенькая корова. Мясо будет жесткое. И мухи тут как тут. Мухи ничего. Мухи, они везде есть. Главное, что нам не мешает. Я вот, например, печень очень люблю и все люблю. Недавно на канале снимали куриную печень. Обязательно пробуйте, ну, очень вкусный рецепт. Кожу сняли, чистый. Сейчас разрезаем аккуратно. Неаккуратно, некрасиво будет и невкусно. Угу. Ну, примерно как сердце, вот такими кусками. Если попадаются сухожилия, убираем. Ну, примерно здесь 4 на 4. Примерно. Угу. Слишком мелкий не надо, и крупный, средний. Угу. Так, разрезаем. Потом будем мариновать все вместе. Ну, а пока папа будет нарезать тут. Тихо, молча. Мы займемся тестом для хлеба. Значит, что нам понадобится? Естественно, тесто. Еще раз сейчас не стала готовить, мои хорошие, потому что подробный рецепт есть на канале. Недавно тоже снимала, готовила. Единственное, что на этот раз в тесто добавила немножко цельнозерновой муки. Так, немножко, это где-то 100-150 грамм, не больше. Так, и, значит, сюда добавляю муку. Поскольку буду в печке печь хлеб, буду сегодня работать с мукой. А если бы дома пекла хлеб, вы уже знаете, что работала только маслом. Так, и на муку добавляю тесто для того, чтобы формовать. Вот такое тесто. Где-то на протяжении 4 часов оно у меня уже давно просится выпекаться. А мы все не готовы. Так, сделаю колобочки. Ой, какое тесто шикарное. Сегодня у нас будет деревенский хлеб в печке. Не очень большие сделаю. Какой пузырчатый хлеб. Тесто, то есть. Ну что, пап? Это много. Много? Кто будет кушать? Ничего. Если... Я буду на Нижний Новгород. Выбирай. Но ничего, если много будет, мы затеем еще одни шашлыки. Так, это снимаю. И там у нас уже печка вся готова. Мне нужно всего лишь убрать... Пап, это как называется? Угли, да. Угли по бокам. Могу я делать? Давай. Чтоб чисто было. Чтобы чисто было, да? Угу. По бокам убираем. Это какую-то железную щетку нашли. Ну, специально его купили. Так, мокрой тряпкой еще протру чуть-чуть. Чтобы было шашлык жирнее, сочнее, надо сало либо курдюк. В данный момент у нас сало. Угу. Сейчас тоже смаринуем, в общем. Так, то есть на потом, кубики будешь? Потом пока будем показывать. Сейчас на кубики режем вот так. Я все поняла.
Сало подтает между. Угу. И будет. Мясом и будет очень. Прошлый раз картошку делали. Угу. Маслом. О, смотри, какие кубики получаются. Угу. Ну, примерно так. Ну что, 2 на 2, скажем. Ну, примерно. Чуть больше, чуть меньше. А мы будем формовать хлеб. Давай, готовьте хлеб. Значит, возьму лопату, чтобы хлеб перемести в печь. На лопату сделаю чуть-чуть муки, чтобы хлеб скользнул, да? Так. Ну, и сделаю вот такую формочку. Много теста на края, в середине дырка. Вот такой хлеб. Так, и идем к печке. Видите, здесь тоньше, а здесь толще. Жар у нас умеренный. Слишком вглубь хлеб не буду таскать. Меня ждешь. Устал вообще-то работать, папа. Угу. Приехал сюда, у меня брюки были маленькие на меня, а сейчас падают. У тебя надо отдыхать, дома большой ремонт. Дома ремонт. Ничего, я тебе приготовлю ламаджу в печке. Пап, отдыхай, видишь? Говори, потом работай. Угу. Ладно, папа хочет сказать тост. Папа хочет выпить за друзей папин, которые многонациональные. Угу. По-моему, где? У тебя все такие. У меня и близкий друг язид, армяне. Язид знает, про кого говорю. И не один. И украинцы есть, и русские. Вообще все национальности есть. Всем передаем большой привет. Что вот эта ерунда закончится. Все уже знают, о чем ты говоришь. Да. Ну, к сожалению. К большому сожалению, это еще не так. Еще это не так. Потому что ведь в чем дело-то? Почему многонациональные? Везде, в каждой национальности есть замечательнейшие, добрейшие. Не знаю. Мы не можем судить всех по каким-то. В основном все хорошие. Ужасно. Никто так. Друг друга не обижает, никто не считает, какой национальности. Да. Ну, что-то там политики считают, что нужно, чтобы люди кушали друг друга. Будем надеяться, что этого не будет. Выпьем за друзей, никто за мир. Никто не хочет. Никто не хочет такого. Везде есть и хорошие, и плохие. Раньше жили, кто знал, кто какой национальности. В Украине служили, а что, отвечал кто? Все были одинаковые. Угу. За друзей, за мир. За мир. Два в одном. И терпение. И пошел я мариновать. Не хочу. Как не хочешь? Сейчас подумай, что я плохо готовлю. Папа после второй бутылки закусывает. Так. Сердце печем просто одинаково, кроме... Вот это носок называется, да? Типа. А? Это киви. Киви. Киви добавляем только на сердце. Так, сейчас сначала соль. Это сало можно в одном мариновать. Потом, когда на шампуре одеваешь, там уже разобраться. Вот. Ой, здесь хлеб. Как всегда, забываю про хлеб. Идите сюда, мои хорошие. Солим на глаз. Так, подожди. Хлеб не может подождать, а ты можешь. Мои зрители уже знают, что я умею сжигать хлеб, да? Опа, немножко туда затолкаю уже. А нельзя по 2 штуки туда? Можно, я просто боялась, что там слишком огня много будет и подожгу, но такой пушок у нас получился, да? Угу. Еще чуть-чуть.
пока я буду формовать второй хлеб, этот уже будет готов. Сначала оба солим. Я еще в прошлый раз сказал, надо крупную соль. Каждый раз он говорит, круп, где твоя крупная соль? Я говорю, пап, я такой пользуюсь. Ну, она тоже крупная. Солим. Паприку мешаем. Сладкий перец. И сюда тоже. Так. Здесь у нас перец чили немножко добавим. Много не надо. А я здесь работаю? Работаю, работаю. Мой оператор уже меня забыл. И черный перец. Черный перец может чуть больше, чем паприку. Да, Рита Гургеновна, видите, как хорошо. И мне Гурген зовут, и Анна Гургеновна, но она не моя дочь. Чужая. Чужая дочь. А кто она? По национальности? Нет. Ты же разнонациональный. Нет, если ты моя дочь, она твоя мать. Да. А, приходится женой, да? Как выходит? Нет? Молчит. Сейчас шашлык съест, скажет. Молчит, значит, согласен. Сейчас немножко надо. Так, и сюда добавляем киви. Это чуть много, чуть поменьше. Киви для того, чтобы помягче было. Угу. Так. То есть любое жесткое мясо. Киви, лимон можно, но киви вроде получше. Угу. И сейчас будем мешать. Сначала это, потом тот. Анечка, не хочешь на хлеб поглядеть? Чуть-чуть подрумянить, не знаю. Сейчас под донышко заглянем. Пару минут. И я отправлю следующий хлеб. Все. Оставляем отдыхать. Ну, часа два-три, как повезет. Пока маринуется, костер сделаем, пока овощи сделаем. Так. Вот такой хлебушек у нас. Оцените. Видите, на этот раз не сожгла. И этот надо чуть-чуть перевернуть. Так, я тут формую следующий хлеб. Вот так прям буду тянуть. Что получится, то и получится. У нас повсюду строительство. Этот хлеб, посмотрите, я подтянула со всех сторон ровно, чтобы и толщина была, да, ровная везде. Это вот такая разновидность хлеба. Вот такая. Сделали и быстро к печке, чтобы хлеб не прилип. Точно так же этот сюда поближе. А этот можно уже вытащить. Пап, как тебе нравится мой хлеб?
очень красивые, я надеюсь, что их вкусно. Посмотрим. Там они печки. Сделай так. Очень хорошо. Да? Иди сюда. Да, со школы пришел. Всем привет. Школы. Отличник. Мой старший сын. Правильно? Кавычка. Без кавычки, да? Да. А, что получил? 89? Я в свое время 3-4 получал. Только не говори, получил. Что по физкультуре. Нет. Нет. Песня по-арабски там, не знаю, что, да? А? По армянскому языку. Будешь помогать, да? Молодец. Сейчас будем овощи одевать на шампур. Сначала баклажаны. Весна. Сезон. Пласты убираем. Да? Для того, чтобы пропеклось, да? Да. Подожди. Не спеши. Смотри, учись. А? Угу. Вот. А это да. Сделаем мат на каше. Да. Мат на каше, то есть растянутый руками, точнее пальцами. Матеш, пальцы, вот. Кашель, тянуть. Вот так, потянули. И сюда. Хирург помогает, да? Хирург шампур давай. Берем его, одеваем вот так. Раз. Сначала, смотри, тази шампур одеваем. Потом берем. Второй. Вот так примерно. Второй одеваем. Знаешь почему? Почему? Потому что когда падает, жарится, упало. Будет мягкий. Когда будет мягкий, будет падать. А так, примерно вот так. Потом немножко расстояние делаем. И вот, огибок. Ты где? Не трогай там. Вот так расставим, делаем, чтобы жарились. Потом берем остав. Это пока не надо так. Углы надо туда. Начинается. Понял? Угу. Сейчас перец одеваем. На один шампур. А мы к печке пойдем. Вот такой мат на каше у нас. Анечка, посмотри, что тут у нас. Анечка, туда смотри. Анечка, смотри. Я на расхват. Посмотри. Такой хлебушек получился замечательный, да? Прикольный, я бы сказала. Этот сюда вперед, а этот назад. Пласты от помидора убираем, как у баклажанов. Готово. Овощи остались, картошка, лук. Так, по очереди. Сало. Картошку. Примерно одинаковые размеры. Картошку, как в прошлый раз, вот так шатаем, чтобы не трескались. Вот так. Потом сало. Так по очереди. Классный. Еще чуть-чуть и все. А вообще-то в печке выпекается гораздо быстрее, чем в обычной духовке. Хотя и печем в обычной духовке по 250 градусов, потому что любой хлеб любит очень сильный жар, чтобы быстрее он пропекся и, знаете, не сушился, а пропекся и остался внутри таким мягким, а снаружи хрустящим. Быстро разрумянился, потому что, сами понимаете, здесь нет никаких смягчающих добавок, ничего. То есть в печке где-то за 10 минут, а в духовке 25 минут примерно. Вот такой вот замечательный хлеб у нас. Я вам уже показывала, как обработать спаржу, но еще раз покажу, мои дорогие. Вот посмотрите, к примеру, берем одну и с конца ломаем. Там, где ломается,
это значит эту часть выкидываем, она жесткая, ненужная. А все остальное к делу. Сейчас я так все проверю и сварю. Хорошо работаем, да, на Гургеневе? Очень. Ага. Сегодня нас снимает Анечка опять. Моя младшая сестра. Я думал, твоя дочь. Можно и так сказать. Приемная. Посмотрите на примере, это и покажу. Видите, гибкая. То есть нехорошо ломается. То есть мы сейчас будем проверять, где же она сломается. Еще один шампур. Лук залаем, да? Она будет угу. А тоже так же шатаем, а то трескается. Красавец хлеб. Как пахнет. Так, тут у меня была картошка. Кстати, картошка свежая, молодая. Я помыла ее хорошо. Ну, кожуру не убирала. Вот что снялось, то снялось. Вот так хорошенько солим. Но не перчим, только солим. Пап, надрезы сделать на картофель? Ну, в принципе, выкидывает, в печке можно не делать. Вот здесь можно делать. Угу. Все. Сейчас тот хлеб вынимаю, эту картошку туда и пусть печется. Вручную, у меня руки, я в прошлый раз сказал, огнеупорные. Угу. Так люди и запомнили. Угу. Крышкой закрываем, примерно 20-30 минут забиваем на это. Так, в кастрюле вода кипит, сюда я кладу только соль. И добавляю спаржу. Надеюсь, поместится. В прошлый раз мы спаржу запекали на мангале, на открытом огне, а на этот раз просто ошпарим в воде, знаете, то есть пробланшируем пару минут буквально. Она очень нежная спаржа, не нуждается в долгой термической обработке. Закрываю и жду. То же самое сделаем с купиной. Вот поближе еще посмотрите на купину. О, дождик пошел. Ну, это такой, знаете, летний дождик. Вот, смотрим. Чистенький. Вот эту часть удаляем. То есть обрабатываем. Купина бланшируется еще быстрее, буквально после закипания пару минут, не больше, чтобы она хрустела. Просто в соленой воде. Анна, ты под дождик попадаешь уже? Не беда. Она не сахар, не растает, ничего. Вот эту муку лишнюю в раковину быстренько. И пока она такая тепленькая, горячая, мы ее попробуем. Да, пап? Да, но надо уже овощи на мангал поставить. Заодно я поставлю. Угу. Потому что овощи будут жар. Давайте поближе покажу. Видите? Ой, хлеб. Вот так вот мы здесь надломаем и съедим.
Угостили бы, конечно же, каждого из вас, но, как я говорю, нет такой возможности пока. Но хорошо, что есть возможность поделиться рецептом, и вы можете тогда приготовить, насладиться и писать мне, понравился рецепт или нет. Да, пап? Да, и овощи поставим, пускай жарится. А я буду учиться. Да, раз Геворг пришел. Скажи, вкусно или нет. Во главе Геворга хочу выпить. Я так символически мало пьющий человек иногда. Так еще сделай хлеб. Геворг, Геворг очень тихий, спокойный парень, когда спит. Говорит, Геворг, хочу выпить за всех детей, чтобы все дети жили в мире, спокойствии. И все, чтобы у них было лучше, чем у нас. Надеемся. 100% Когда вся ерунда закончится, так и будет. Дед, а может мы Геворга попросим... Нам на барабане? На барабане? Нет, у меня голова будет болеть. Нет, ты будешь бьет. Терпеть. Ну-ка иди за барабаном, нет. Сынок. Давай. Иди, бегом. Просим. Дедушка, дедушка просит. За детей, чтобы так, жили так. Лучше, чем в мире. В мире жили и в достатке. И лучше, чем мы. Папа, помогай. Самый классный есть. Это мясо ласа. Мясо. А ты нас идти. Ты отдал по шаре данным стоя. А ты ты шаре, мэ? Инка пап. Как вафля. Георг барабан принес. Сейчас соседи убегут. Mm. Не? Нет. Освобождаем. Между делом забыли про Спашу. Ой, какая классная. Кстати, вот после водной процедуры, да, этой, можете Спашу отправить. Можете спаржу отправить в жаровник и с маслом, да? И добавить пару яиц в смятку. Будет яичница со спаржей, это будет, ну, очень вкусно. Точно так же я приготовлю купину. В этой же воде. Пока овощи жарятся, нужно потихоньку заниматься. Сердце печени на шампуре одевать. Также одеваем салом через один. Я сказал, если желающие могут это все делать курдюком. Для меня вкуснее курдюком. Но многие не любят. Почему-то. Многие, это он меня имеет в виду. В том числе. Да. И твоя мать тоже. Мать. Я думала, она любит все, что ты приготовишь. Так любит? Ну, так сказала она мне на днях. Да? А мне совсем другое сказано. Сказала вчера, но не буду говорить, что. Да? Шутник! Какой... Работай! Какой такой шутник? Так. Не шуток. Это ты пока... Вот примерно смотри, это сердце одеваем. Так. Это убираем отсюда, не мешает. Вот так ставим сюда, салом через один. Угу. Уже помягче стал с этим, с киви. С киви, да. А у нас вдалека, будем смотреть, помидоры тоже вот жарятся. Можно перевернуться. Угу. И перец тоже, вот, с одной стороны. Нормально? Нормально. Классно. Сколько мне работы сегодня. Чистить, блестить. С этой рукой я не могу два шампура переворачивать. Дай я салфетку, могу. Салфетку давай. Да, я смотри, мастер-класс покажу. Сейчас Анна, все, ты снимаешь? Все высыпется. Вместе одновременно. Опа, и я перевернулась. Смотри-ка. И сама упала. Одновременно переворачиваем, если два шампура, чтобы не шатались. Уже мягко стало. Папа, ты видел, что внук подготовился и ждет?
Когда ты речь закончишь? Пускай подождет, чтобы мне эта голова будет болеть от этого барабана. Чтобы одинаковые куски были. Есть тонкие куски такие, отдельно. А потолще отдельно, чтобы жарились равномерно. Так. Понимаете? Ну, примерно так. Давай, Георг, начинай. Знаменитым. Этим. Мог бы стать, но забросил. Бросил спортсменом. Хочет теперь его. Спортсменом стать. А я ему говорю, ну какой спортсмен любит плотно кушать? А он говорит, вот буду тренироваться, похудею, не переживай. Да, Георг? Да. Дедушка быстрее похудеет или ты? Я. Навряд ли. Варилась купина. Достаю. Смотрите, какая она зеленая, вся красивая. Можно, кстати, 5-6% уксусом залить. Есть такой рецепт на канале, ссылку оставлю. Но так мне больше нравится, как закуска. Перец пожарился. Какой душистый. Баклажаны готовы. Жар нормальный. Мы будем по очереди ставить. Картошку. Картошка примерно жарится с сердцем одинаковое время. А печем быстрее. Поэтому сначала овощи поставим с сердцем, потом печем минут через 10. Чтобы одновременно готовиться. Согласны? Да, с Георг, согласен? Да. Молодец. А мы тогда справимся с овощами. Смотрите, в это время. Работайте. Вот так надо почистить. Ой, горячее. Да мы спешим. Поздней. Вот она меня папа. Папса и маца не мискак она. Угу. Все узнали мое настоящее имя. Так нечестно. А я хотела сделать интригующее видео. Как мое настоящее имя? Ну, потому что уже очень часто спрашивают, а за это ваше имя? Нет, это мое короткое имя, мои хорошие. Меня по бабушке зовут Азнив. Честное переводится. Может, это вырежу, потому что я хотела отдельное видео сделать, интригующее. Миллион просмотров. Как мое настоящее имя. Чтобы овощи жарились, надо вымачивать вот так вот под краном. Раз. Для того, чтобы солить, сон держался. Сухую не держится. Правильно делаю, Георг? Угу. Угу. Переворачиваем. Правильно, Георг? Угу. Потом еще раз. Все. И ставим на костер. И одновременно ставим
сердце ставим. Минут через... Вот сердце три. Три шампура. Потому что сердце и овощи примерно одновременно жарятся. А эти минут через 10 печень поставим. Правильно, Гибов? Угу. Молодец, Гибов. Сейчас нагреется, почаще будем крутить, чтобы красиво жарился. Правильно, Гибов? Угу. Молодец, Гибов. Можно Гибов? Мне тост сказать? Скажи, без, только не будешь пить. Да. Дедушка выпить. Скажи. Хочу выпить за всех дедушек на голове моего. А бабушки не считаются, да? Потом будем пить для бабушек. Ну, видишь, отдельно хочешь. Дедушка подарки покупает ему за дедушек, бабушек не помнит. Давайте за всех дедушек, бабушек, чтобы были долго жили, были здоровы. Как Георг не сказал, говорит, сейчас повзрослею, буду за тобой хорошо ухаживать. Ты сейчас ухаживай за мной, потом лет через 50, говорит, я за тобой буду ухаживать. Молодец, Георг. Чтобы все жили безбедно, не тревожно. Да. Молодец, Георг. Чего мы все хотим? Вот так все и жили. Хорошо идет на этот раз коньяк. Не как в тот раз. А овощи и сердце уже полужареные, можно печень поставить, чтобы одновременно снимать. Вот так вот. Ну, минут 10 печень. Надо, чтобы не пережаренный и не сырой, чтобы мясо было вкусное. Ну как, нормально загибать? Ну, очень аппетитно. А? На тройку потянет? Нет, в мое время 5 с плюсом. А сейчас 20. Могу через один поставить вот так вот. Для красоты? Нет. Что? Ой, как аппетитно. Запах передавать друг другу. Вкус, запах, аромат овощам передавать. Вот так. Ну, картошка будет с луком вкуснее, чем мясо. Да. То есть печень, сердце. Армянский национальный лаваш, мои хорошие. Можно кусок одолжу? Можно. Большое спасибо. А я знала, что время пришло, вот и вот принесла. Так вот надо сделать, чтобы руки не обжигать, давай поставь. Так ты же сказал, что у тебя огнеупорные. Ну, не такой степени огнеупорные. Пап, а ведь этот хлеб самый вкусный будет. Снимаем картошку. Пойдет? Вот. Ой, как аппетитно. Останется один. Я съем. По очереди. Печень. Самое вкусное зажаристое сало. Опять печень. Произведение искусства, как? Да? Да. Печень у тебя шикарная вышла. А
Иди сердце, перемешку. Все. Шедеврально. Согласитесь со мной. Мои хорошие. Разве? Да, да. Да. Красиво. Или не очень согласна на мной? Ну, очень согласна. Можно сверху лук. А я не хочу сверху лук. Почему-то на этот хочешь, раз. Когда кушают, так красивее. Лучше на печень лимон выжимать. Будет вкуснее. В главных ролях твой любимый Назырван. Это огурец, армянский сорт. Называется Назырван. Вот, удаляю тонко кожуру. Можно не удалять, как хотите. Ну, такой прекрасный огурец, такой вкусный. Если попробуете один раз этот огурец, другой уже вам покажется не огурцом. Вот, посмотрите. Весенний сорт как раз. Это супер огурец. Дай, бабушка, тарелки дай. Ножик можно? Давай, пап, пробуем. Пробуем. Чуть-чуть. 20 грамм наливаем. Берем. И пьем. За наших друзей. Всех. За всех. За всех тех, кто смотрит это видео. Кто не смотрит. Плохие вещи не писали. Вот что меня больше всего радовало. Это плохие вещи некоторые, плохие люди. Нет, пишут ничего страшного. У меня на канале нет такого. Нету, хорошие, хорошие. А особенно то видео, где мы с тобой снимали шашлыки, более 3000 комментариев нам написали. Вот поверьте, ни одного комментария я не удаляла. Ни одного. И вообще, мне не приходится, честно говоря, удалять комментарии, потому что вы такие замечательные у меня. Всех-всех люблю, ценю, уважаю и для вас стараюсь на канале. А сегодня мне помог мой самый отец. Отец. Отец пьет за отец всех. Отец молодец. Людей, отец, для меня национальности такие понятия нету. Есть хорошие, плохие. Я надеюсь, что все люди хорошие. Мы, пап, почему с тобой акцентируемся на национальности? Потому что сегодня это ерунда идет, поэтому ерунда. Я об этом думаю. Да, мы так условно говорим. Знаете, о чем? Хотим, чтобы везде наступил наконец-то мир. Люди жили под открытым небом, счастливо. Просто мы говорим на русском языке на данном канале, а нас смотрят все те, кто знает русский язык, то есть многонациональные люди, народ. За многонациональный народ. Да, всех любим, уважаем. Мир. И мы в их числе. Уважаем. А Назырван? Нет, я лучше печень попробую. Анечка, покажи печень поближе. Вот так. Анечка, и не сухой, и не сырой. Вот такой должен быть. Всем по вкусу. Я люблю лимоном. Лимон чуть-чуть выжимаем, и получается... Все хорошо, вот так. Попробуйте. Нет, ты попробуй сначала. А то в прошлый раз все я пробовала. А ты стеснялся. Вкусно. Анечка, покажи поближе, чтобы видно было, что все сварилось вот, у нас. Внутри все пожарилось. Пропеклось. Все хорошо. Вот от картошечки я не откажусь. Очень люблю. Честно говоря, я люблю, когда картошка немножко сырая остается. Кто из вас еще так любит? Ну, чтобы так полу. Лучок. Уже вот. То же самое с луком. Чтобы внутри так, знаете, альденте. Альденте. Угу. Так я люблю.
Восторг. Вот так. Угу. Там на печке вкуснее получается, вкуснее, да? Чем дома. Вкуснее каменной печки. Как правильно все готовы. Правильно, бабушка? Молодец, бабушка. Наблюдает, да? Да. Смотрящий у нас. Тут просто люди показать сердце. Я вот прям чувствую. Они похожи. Вот. Не сейчас отличишь. Я укушу. А? Мягкий какой, пап. Это киви. А ведь на съемок я говорила, папа, в Армении мясо варится гораздо дольше, чем, например, в России. Вдруг не это киви влияет. Не спечется. Супер. Очень вкусно. И сочно. Ну, баклажаны. Я, папа, честно говоря, редко по поводу кулинарии, да, буду честной, редко кому говорю комплименты, так сказать. Но тебе высший балл всегда от меня. И тихо говори, мама слушает. Мама знает. Скажет, почему папу говоришь, мама не знает. Говоришь. Мама уже решила, что она и мне уступает уже в баллах. Да? Да? Все, на пенсию отправляем, да? Да, да, да. Отправляем. Давно пора. Ой, ну очень вкусно. Папа, спасибо. Будешь это пробовать, ты очень любишь. Это люблю, как уже сказала, купина. Купина имеет чуть-чуть горечь, ну такая приятная горечь. Она продается в банках маринованная, соленая. Угу. Закуска. Между особенно прочим, вот. Папа уезжает. Друзья просили вот именно вот эти зелени привезти. А ты им что сказал? Что, я мог сказать нет? Сказал да. Конечно. Жорику надо, нашего друга грузина Биджо надо везти это все. Надо везти, привезу, ребята. В этом и есть я. Правильно? Суть человека, правильного человека. Хотим, чтобы никогда не забывали самые настоящие человеческие ценности. На меня будем надеяться. На тебя будем. Ты будешь примером, папа. Оператору тоже спасибо. Слышишь? Оператор. Да. Спасибо. Оператор сегодня под дождем. Плясала и снимала. Не сахар, не долго растает. Будешь вспоминать. Не растает, ничего страшного. Спасибо, пока, друзья. А острый ждите перец в Нижнем Новгороде. Не хочешь. Острый перец. И так у меня жизнь острый. Все, еще раз всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, что вот такие замечательные у меня. Надеюсь, мой папа не откажет еще раз, дай бог придет, снимем другой рецепт, ну, чтобы было на вкус и цвет. Барашка, язык, говяжий язык, шашлыки. Будем. Будем. А еще что будем? Хашлама. Будем? Хашлама будем. Так что так, мои хорошие, всех любим, ценим, уважаем, ждем каждый раз у себя в гостях с наилучшими пожеланиями. Аза геварген, гурген геварген. До новых очень-очень вкусных встреч. В Нижнем Новгороде. А, в Ереване. Перепутал. Шутник. Шутка. Идем. И там, и тут. Все, пошли. Да? Точно! Вот ты, а? Подожди. Где? Така. А, така. О, это картошка бомба. Вообще. Гугенчик, где картошка? Здесь. Руки. Картошкин. Эса. Кайлуха Кая.
Куда? Там уже далеко, далеко, далеко картошка. Ой, какая вкусная. Пробуйте. А это он уже для детей старается. Без крылышек куриных не обошлось.